Вот это на площади Победы, 9 мая. Тут, видимо, уже что-то закончилось. То ли парад, то ли еще что-то. Хотя времени сейчас у нас выходит без 20. 11. Народу много. И там вот стоят у нас трибуны. И тогда... О, сейчас мы тут обойдем все. Посмотрим. Народу много достаточно. Блин, вроде. День сегодня очень хороший, солнечный. Прямо жарища такая, что даже в рубахе с длинным рукавом жарко. Вот, хотя некоторые, видимо, пришли сюда пораньше. В пиджачках, в свитерочках. Вот. Это мы подходим к трибуне. Движение было только что открыто. Буквально вот я пока сюда пришел, оно было перекрыто и шли свободно. Вот тут такая вот трибуна перед Калининградской мэрией. Тут, видимо, что-то проходило и проезжало. Ну, наверное, это было в небольших количествах и не очень грозного плана. Но, тем не менее, вот трибуны пока еще остались. И люди на этих трибунах пока еще сидят. Некоторые. Вот такая вот примерно здесь ситуация. Ну. Вот сейчас дядя милиционер будет хулиганов сгонять. Нацистов и металлистов. Ну говорит, давайте, говорит, уходите, говорит, отсюда. Это я, говорит, вам дам, говорит. Ну. Вот тут трибуна какая-то была, наверное, какой-то начальник принимал. А, ну, сейчас вот ее заберут, трибуну дяденьки, наверное. Вот. Вот, все, пошло уже движение активно. Ну, до этого вот буквально 5 минут назад еще была тишина автомобильная. Так, посмотрим. Вот там вот Жуков в центре. Вот, и два маршала. Один Василевский, а второй. Ну там, наверное, надо будет и смотреть, кто из них кто. Внешне как, наверное, на КТИ, на бывшем, нацепили. Вот такая вот тут ситуация. Смотреть трибуны. Да, ну на трибунах люди еще сидят и наблюдают за движением транспорта. Ну ладно. Так, посмотрим, как будет выглядеть.